Работяги, мы приехали в Нижний, чтобы покушать шаурмы. Сейчас покушаем шаурму и поедем домой в Москву. Красота-то какая. Сейчас покушаем шаурмы. И домой. И домой. Да. Красиво, да? Красиво-то как. Так, интеграция. Нормально. Ну-ка, погоди. Стой так. Стой. Да стой ты вон туда, смотри. Пиздец. А то. Красота. Красота-то какая, ёбнешься. Вырубить. Да, реально. Ой, простите, нет. Я случайно. Слушай, я случайно. Стоим в Кремль дружной компании. Наконец сможем посмотреть Кремль в Нижнем. Ебой. Красиво, пиздец, конечно. Бля, залезли. Вон там, ты думаешь? Здорово. Хай. Ну, короче, ну пойдем туда. Пойдем туда. Блять, Вову заскаутили, блять. Заскаутило шкила. Мы в Сан-Франциско, ребята. Смотрите, что едет. Приехали в Нижний ради просмотра на Стрепухе, знаменитую улицу Стрепух, а ее перекрыли. Пиздец. Пиздец. Всегда приятно смотреть, как другие работают. Да. Да. Аля, гайс, тут не видно, но здесь такая дымка, такой туман. Блядь, ну это прям ведьмак, пацаны, ведьмак. Мы во Владимире, Володька. Чуваки, здесь круче, чем в Нижнем. О, тир. Так, Вова заинтересовался гироскутерами. Такая охуенная церковь во Владимире, просто люди пушка. Вообще разбираются во всем. Я думал, мы просто приедем в деревню какая-то. Вась, как тебе? Красота. Лепота. Чё, Вась? Чё? А? А? Бля, гайс, офигенно. Дай мне ручку. Хай. Хай. Железную с дыркой. Так. Телку с дыркой. Блин, мост какой красивый, а. Ой, мы, кстати, вот там вот проезжали. Ехали вот здесь вот вдоль дороги. Ее, правда, тут не видно. А потом вон там вот начинается серпантин вверх. Под углом градусов 60. Вообще пиздец. Короче, пизда. Ну-ка отойди. Погоди, где эта хуйня? Вот. Просто пиздец, чуваки. Руль ведет. Два пальца, блядь. Ну чё, блядь, просто, блядь, даже меняем колесо, гайс, нахуй, ёбаный по голове, блядь. Я разберусь. Вася работает. Как видишь, ты разобрался, ты будешь красить. Вася, крути, блядь. Я не буду красить много раз, я буду сам откручивать просто. Ну, как обычно, эффективные менеджеры, блядь. Эффективные менеджеры и один Вася, который работает, блядь. Так, короче, работяги, ситуация такая, то, что мы тут встали между Владимиром и Москвой. Соответственно, я попал в охуительную яму. И сейчас мое колесо, оно уехало на шиномонтаж. А мы тут сосем письку. Так что думаем, что делать.
яма жесткая была, сразу скажу. Там минус колесо сразу. Короче, долго не думая, придумали одну систему. Тихо. А, это единственное решение, блядь, на данный момент. Это примерно так. Блядь, вы понимаете, так нельзя делать, но это единственный вариант. Наконец-то Москва-стан.